интересная сейчас история. Тормоз механика. Настолько катались в грязную и мокрую погоду, а потом наступил минус, что тормоза примерзли. То есть вот эта лапа, человек приехал с полностью зажатыми тормозными колодками. Внутри механизма попала вода, и все это замерзло. Ну, видно, да, насколько все это грязно. Сейчас это надо все вычищать, отмывать. Ультразвуки, конечно же. И собирать обратно. Из такого количества запчастей состоит тормоз. Но тут вот эту пока мне еще не удалось открутить. Смотрите, да, сколько ржавчины. Это я почистил уже. И вот эту еще пока не удалось открутить. Сейчас я это все в ультразвуке. Все, кроме колодок, конечно. Колодки мыть не буду. Просто так их вытру тряпкой. Все это сейчас разберу. У меня такое чувство, что магниты очень сильно тут проржавели, потому что магнитится хуже он стал. Так, спустя две мойки ультразвуковой ванночки. Потом я большие запчасти замочил ВД-шкой. Вот эти вот. Что они не хотели разбираться. Видно, да, сколько тут вот ржавчины. И после этого вот сейчас помыл еще раз в ультразвуковой ванночке. Это было полностью ржавчиной покрыто. Сейчас вот, ну, большая часть отлетела ржавчина. То есть настолько хорошо отмывает. Сейчас подсохнет, буду смазывать и собирать обратно. Супер дешевый ремонт тормозов. Это все было просто под слоем ржавчины. Теперь тормоз в идеальном состоянии. Я считаю того, что внешне он весь такой вот уже бушный. Да, весь закоцанный. Теперь все работает. Вообще идеально все смазано. Колодочки ходят. Каждый винтик смазки, каждая пружинка смазки, все. Здесь вот все откручивается теперь. Очень замечательно, можно регулировать. Ну, день ушел, тормоз готов.